На, подкупан. Я буду убивать зомби. Я обиделся на них. Они ну-ка, забрали давай. У нас Рахима. Сзади, сзади, сзади. Ай-яй. Ладно. Печальные новости не приходят одни. Рахим умер, его, конечно, жалко. Но мы должны идти дальше. Надо спасать людей. А у них нет антезина, это значит, что нету способа к жизни и выживанию. Что скажешь по этому поводу ты, друже? Я не знаю, что сказать. Ты в печали тоже, да? Да. Малолетний. Придурок. Ну да. Малолетний, говорю, придурок, непослушный. Ну, мое мнение, ты слышал. Да. Я думаю, запикаешь? Да. Я думаю, я его довольно ярко выразил. Нет. Фух, чуть не умер. Еще бы чуть-чуть. И взорвался бы мой пукан. Я думаю, никто не будет против, если Come мы on, пойдем. Let's get this over with. А, патрошки кончились. Ну. Так, что, нажать H? Готов за 9 рублей, за 8, за 7 рублей. Нет, я не готов. Ух ты, а чё так в мусорку больно падает? Ой, ящик. Блин! Я лоханул. Welcome to the team, Rocket. Guess I'll be seeing you around the tower, huh? Oh, bite me, Crane. You and your tower can kiss my ass. Ах ты! Не было бы здесь решетки. На тебе, на тебе. Нас а так чувак умер, еще ты тут нас на Е колол. Все. Как-то нет. А, задание. Найдите кофе для клуба кофеманов. Внимание всем! Нам нужно кофе. Как известно, чай у нас хоть залейся. Хватит авианосца пить. Но тонут в основном мухи. Каждый, кто заявит, что чай прекрасный источник кофеина, будет подвергнут страшным пыткам. Кофе у нас нет. И надо достать его, чтобы не стало. В общем, принесите кофе Тайгару и получите награду. Объединенный клуб кофеманов на вас рассчитывает. Господи, что ты только что прочитал? Сообщение Афры, старшего по газу. Вашим дурацким плитам нужен мой драгоценный газ, но запасы бутана подходят к концу. Без газа вам придется давиться холодным супом и другими холодными закусками. Возможно, я не совсем точно выразился, но вы меня поняли. Если все-таки хотите горячей еды, найдите бутан и принесите его Тайгару. А вам, разумеется, заплатят. Да. Иди сюда. Сейчас. Или Б нажми. Reckon.
had to kill him. It was too late. He turned. I had no choice, I swear. Look, he was my friend, too. He was the best one I had here. He frustrated the shit out of me sometimes. I loved him like he was my own kid. Another dead friend. Another dead brother. I trusted him. I trusted him with those explosives. God, maybe if I didn't leave him there, he'd still be alive. Oh no. Jade! Jade! Wait! Jade, goddammit! Just give us time. Shit! Бежим, дружа. Как раз я успел патронами закупиться. И как мне кажется, это все вовремя. Не верю мне думать на то, вовремя ты это сделал или нет. Просто мы не должны им дать ему его убить. Или схватить. Неважно. Так. На эти твари. Чё, сдались, да? Хрен вам. Готово. Где был? Там. Там. И где его найти? Shit, Brecken. Zara's been kidnapped. His trailer's on fire. God damn it! You see what happens when you fuck with Rice? You should never have hit that school. Some of our people spotted a big knot of bandits heading back to Rice's garrison. That's gotta be where they took Zara. You go there and you find him and you bring him back alive. You hear me? Да мы поняли уже. Собственно, и выбора-то особого нет. Сзади. Ящики, конечно же, открыть нельзя, да? Ладно. Прыг-скок, мой друг, прыг-скок. Опять куда-то придется бежать. Так, здесь рядом, кстати, этот есть. Прыгун, бегун. Я думаю, я попробую его убить. Давай. After what happened to Raheem, and now Dr. Zara, you have to understand. Reckon there's no apologies necessary. And don't worry, I'll bring Zara back in one piece. Just be careful, okay? I'm sorry about Raheem. I know you were close. Hell, I love that stupid kid too. Готов. Три косаря. Жесть. Пошла ты, тварь. Да фигля я в голову не такие попасть не могу. Так, патронов у меня не осталось. Уже. I need your little help. Я тут. Спастите Зара. Так, я патронами закуплюсь. Давай. И думаю, тоже, наверное. Ну, не помешало бы. И тут еще, кстати, задание можно сдать. Сейчас сдадим, подожди. Так, купить. Купить винтовочные патроны на все. И больше здесь полицейская винтовка вот твоя. Опять любимая. Вон, кстати, катана на каком уровне? На 16-м. Hurry up, Crane. We gotta get him back. Вот он. Она. At last you are here. Иди сюда. Сейчас. Наконец-то можем взять эту записку.
чувак? А, я в этих, в навыках. Да потом их прокачал бы, чё. Чё у меня-то есть? Если Кусаки вас хватит, то ему будет проще вырваться. Ну давайте прокачаем. Ещё и можно оглушить Кусаку. Так. Атака в падении. Волна увеличивает радиус действия силы удара о землю. Чтобы использовать, нажмите и удерживайте. А, окей, ладно. You must be the witch. Look, I'm here because I've been told that you have an ability. You want to know how I walk among the Immortui without drawing their attack. Is that not so? Huh? Is it possible? For you? No. You are far too crude and ignorant to obtain such deep knowledge. But there is another way. Something I could make for you. It's fine, I'd be willing to trade. You are only here because I wish it. It is my wish that you have this ability. You will need it to be of service. I hope you're on your way to Ryas's garrison. You better be. Go to the caves while the Volitans are out hunting. Collect as many black mushrooms as you can carry. And I will use them to prepare a tincture for you. That is all I require. Черных грибов. Такая умная, я тебе скажу. Так, ладно, ну что, нам не до нее. Бежим дальше. Бежим дальше, дождь начался. Наконец-то дождик. Люблю дождик. Хорошо в дождик. Вообще класс просто. Вот обожаю эту штуку. Все. Сейчас всех убью. Ох, как мне нравится эта программа. Так много места занимает, да? Как все хорошо стирает. Че, опять стер, что ли? Да не, и никаких лагов. Ну главное, что стирает хорошо. Это важно. Да. Так, я что-то периодически забываю кошку пользоваться. Особо далеко от меня не убегай, потому что я без кошки. Почему ты без кошки? Ты ее опять забыл взять? Нет, я с сигналками бегаю. А? Нафига? Так они спасают. Хуй-то. Толку от них. Нифига себе. Вот от кошки толк есть. Ну, Райс. Готовься, тварь. Reckon, the garrison's shut down. The doors are sealed off. Don't think I can get in. Find another way in then. Fuck. Check the back. Okay. Нет. I found an entrance. I can't say it was easy though. I'm going in. Just keep your eyes open. Да. Ты шутишь? Да. Я на самом финише сдох. Ты вот прикалываешься, да? Я же нажал C, я должен был. Я тебя ненавижу, чувак, вот просто. Как это? Он, у него дыхалка сдохла, и все, и меня там на самом финише зажали. Я тебя ненавижу. О, зато мы чуваку, по идее, что-то сдать можем. Почему мы его не можем сдать? Почему я еще здесь появился? Ладно. Где там? Далеко от нас он находится? Что-то я не вижу. Ты видишь, где находится этот на карте хрень? Да. Морда. Угу. Далеко она от нас? У-у. Вытели ее, пожалуйста. Спасибочки. Че толку я ее выделил? Она же на карте у тебя отмечалась. Ну, не знаю. Ладно, кстати, где-то здесь зона, вот она. Давай в зону. Не хочется как-то отличиться от смерти, блин. Парнишки. Не знаю. Хоть мы и обещали. Но мы обещали где-то, что две серии точно будет, что. Ну ладно, я говорил, что три серии будет. Ну окей. Че три серии будет? Ну, по миссиям 100 пудов. Соберите наборы помощи. Ну, в принципе, я уже знаю, как бы пропрыгать туда уже можно спокойно, но. Давай это сделаем аккуратно. Так.
Да ну, их надо убивать. Во-во-во-во-во-во. Не. Чувак, ты зря стреляешь тут этим. Да конечно, кончится сейчас. Да я не про тех. Я в смысле... Эти. Бегуны. Зато я тебя прикрыл. А толку? Ладно, открою. Почему ты вверху стоял? Оу! Оу! Так, где-то под нами набор. Так, стой, меня подожди. Чёс-чёс. Я умер. Да ладно. Да, там яд. Будь очень аккуратен, не наступай или, на яд. Или над нами. Нет. Я понять не могу, индикатор как показывать, над нами или под нами? Чё, он находится в вагоне вот тут. Одну я нашел. Видишь зеленую хрень снизу? Угу. Я понял, что это яд, но смотри, под нами, да, находится этот груз? Сейчас я попробую я его... сообразить, куда надо зайти. Я его найти не могу. Нашел. Ну, в смысле, не нашел, но... Опа. Но нашел. Ты нашел? Сейчас. Все, нашел. Так. Последний груз находится где-то вот в этом контейнере. Вон. О, фиолетовый. Фига себе, фиолетовый ящик. Оп, так я его быстро взломал. Так. Топорик горца. Офига себе. Так, у меня большие проблемы, честно тебе скажу. Но я еще один ящик нашел. И нам нужен последний ящик, который, по идее, находится под тобой. Угу. То бишь, где-то с той стороны. Вон, нашел. Все? Угу. Шикарно. Погнали отсюда. А, дезертирка выиграла. О, там красный ящик. Забей на красный ящик, погнали дальше по миссии уже. Яблоньки отсюда. Не надо так говорить. Не надо. Штука? За него дали штуку? Да. А, ну естественно надо сделать все по-умному. Ну чё, не дадим зомби выбраться отсюда? ISIS men kidnapped Zera, raided his truck and took all his gear. I just hope they didn't... Сколько по времени? 19 минут. Не беспокойся, я тебе скажу, когда серию закончить. По 30 минут примерно пишем. Так, давай да я его убью. Чувак, только в голову, чисто в голову. Понял? Угу. Убил? Угу. Молодец. Ткани бегуна. Интересно, я его обыскал? Могу. Отлично. Сколько надо убить? Нет, 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 нет. Только не сейчас. Тебе помочь? Еще бежит. Да хрен с ним.
500 за них дают. Ладно, побежали отсюда. Забили. Просто убегаем. Воу. Че это? Да, упал. А, кокошкой не долетел. Как лукошкой не долетел? Кокошкой. Мои ноги. Ладно, флуоресцентные грибы я набираю пока что. Больших количеств. И пытаюсь забраться наверх и ломаю опять все ноги. Зачем я это делаю, непонятно, но ладно. Побежали. Их же продавать, да, ведь можно? Да. Это хорошо. Кошкой наверх здания. Понял? Кошкой наверх здания. Сейчас перезарядится. Тут уже врагов почти не осталось. О, статуэтка. Я, да, по-моему, еще в тот раз взял. Mm-hmm. Ну, я ж туда забирался все-таки. Так, один автомат какой-нибудь с них мне оставь, пожалуйста. Какой автомат? У одного из чуваков был автомат. Оставь его мне. У тебя же есть автомат? Нет, ну именно автомат-автомат. А. Ты же купил себе автомат? Нет. Сейчас прыгаем вниз. Типа у нас есть выбор. Мы можем аккуратно вниз вот так перебираться. О. Ой, ты. Так, нам за ночь дали. Отлично. Я автомат беру. У них полицейские винтовки. Не, сейчас, погоди. Я себе честно заработал эту хрень. Какую? А, разобрать, да. Ну чувак, хорош! А, я думал, ты не подобрал. На, держи. Ошибись! Я, блин, там специально выбросил нож даже для этого. Держи, держи. Так это, у тебя их нету, у тебя же есть они. Это была не полицейская винтовка. Полицейская, полицейская. Я только что полицейская. У меня других и нету. Ты специально 100 пудов себе вот что-нибудь забрал? Я, а он в меня очередями стрелял. Как он это сделал, по-твоему? Не знаю. У меня нет ничего такого. У меня вот... А, нет, вот есть, да. На, держи. Вот оно. Тут, кстати, грибули лежат. Видишь, я был прав. Скинь мою. Сейчас. Обратно. Видишь? Backspace. Так, а я держу-то свою. Так что, видишь, я был прав. Так, ладно. Что, помнишь, мне что просто, он... Они у меня просто одинаковые по цвету. Ну, я понял. Я просто помню, что он меня стрелял очередями, поэтому я еще тебе сразу сказал, типа... Ну, чувак, ты о чем? Ты мне что-то врешь. Так. Я тоже хочу такую. Я не хочу ее покупать. Ну, я думаю, мы сейчас еще найдем. Ты попробуй поищи у этих там чуваков мертвых. У них там были винтовки. А, во, все, нашел военную винтовку. Во-во, я тебе и говорю. Кстати, она по дымогу, по-моему, меньше наносит. Может быть. Но зато стреляет очередями. Так, нам, оказывается, на самый верх надо было. Они что-то тупал. Да, причем нехило так. На самый-самый верх, самое смешное. Полицейская винтовка стоит 10 косарей. Офигеть. Продадим чё. Так, не сюда. И, наверное, не сюда. А, нет, вот я нашел. А где ты туда эту нашел, ты говоришь? Ну, на всякий случай. Там наверху. Ну, блин. Не... Где-то вот здесь. Вот тут вот, да. Нет, не здесь. А, подожди. Сейчас в одном из этих вот входов я нашел, она там на полочке стояла.
Она уже рыжим должна отмечаться. Вот, да, я вижу. Вот, все, вот. Все. Ага. О, ящик. Это желтый еще ящик ты пропустил. Ну что ж, док, мы идем за тобой. Сзади тоже подбери. Все, идем за дверь. Доком. Открыть дверь. Нельзя открыть дверь. Райс's men kidnapped Zara. А что ты цикаешь? Так, тихо. Crane here. I could really use some GRE support right now. That's too bad, Agent Crane. This is the Ministry of Defense. The fuck? What the hell's going on? What happened to the GRE? The Global Relief Effort's position here has been diminished. We are in charge now, and we have declared Harran a Code 1 target zone. Wait, just hang on. You can't just carpet bomb this place. There are still hundreds of innocent people in here. Maybe thousands. Irrelevant. We're doing this to protect billions of lives. Surely you can understand that. Okay, just listen. There's this scientist in here named Zara, and he's been doing research on a cure, and he's really close. I've seen the research. If you bomb the city, just... Acknowledged. The chances of one scientist in a wrecked city coming up with useful results are negligible at best, but you have 48 hours. Зашибись просто. Mm-hmm. Так. Ну чё, как тогда, зачищаем? Mm-hmm. Давай, ну, ты по той стороне, я по этой. Здесь. Я выбрал не ту сторону. Тут лифт. Давай, братюнь, открывай. Shit, it's broken. Maybe I could pry it open. Давай, взломай. Я даже на это посмотрю. У тебя ручки трясутся. Что, сложно, братюнь, да? And we're in. И мы входим. Причем именно, знаешь, мы. Не давай, у тебя опять ручки трясутся. Хочешь попробовать? Смотри, сейчас у меня ручки будут трястись. Видишь, ручки трясутся. Чуть-чуть. Силен. Так. Come on. Фига два. Тихо, тут есть чувак. Дай попробуй. Стой. А, нет, не получилось. Тут метательные ножи, их можно использовать. Kidding me, видишь, он говорит тебе. Фак, ты как так-то? Да я его убил, не волнуйся. Ну да. Так, а надо не забывать проверять, на Q нажимать. Ой, я убил другого за место этого. Я убил сначала дальнего, потом переднего. У них всякие классные штуки, которые можно будет потом продать. Алкоголь, например, да? Кстати, да, вот здесь вот очень много метательных ножей, скажу я тебе. Сюда попробую наверху метательные ножи использовать. Даже интересно. О, сюрикены. Дека. Метательный нож. Военный метательный нож. Вот он. На Г у меня теперь, да? Медицинский сапплай. Химикаты. А, бечевка. Шоколадка. О, комплект оплечек, нифига себе. Ноутбук. Изолента. $7. Гвозди. Пластик. Пусто. У меня самая дешевая находка. О, я $18 нашел. И, кстати, здесь есть химикаты. А я $52 нашел. Все, ты богаче. Только тогда на второй этаж пока не... Ну, в смысле, туда не иди. Капец, тут метательных ножей, конечно. Да, я тоже офигел. Так. Ты все? Первую комнату тоже обыскал, да? Вроде да. Так, я так понимаю, нам... Надо вот сюда куда-то, правильно? Идешь? Все, посмотрим, что здесь. $6. Алкоголь какой-то. Молоко.
Я пока что крадусь. Where are you, old friend? Где ты, старый друг? And where are you, old friend? Так, ты где там? Куда ты там? Я крадешь? Гвозди собираю. Какой ты молодец. Так, что будем по-тихому, по столу своих убивать? Да-да-да. Вообще я их задушить могу даже. Ну, кстати, на первом этаже. Да. А, точняк. Тихо-тихо, смотри. Да ладно. Видал, я его все-таки замочил. Только последний был мой. Нет, там мой тоже был. Брекен, I couldn't find Zara inside. The building looks empty, though. There's an underground level. Maybe he's down there. И, оказывается, тут есть подземка. Так, вскроешь? Тут очень сложный этот. Вскрою его. Сейчас. Тут много всяких штучек классных. Ну ты тот, вскрой. Угу. Косметика. Будет чем ночью заняться. Оставь, на 8 марта подаришь. Да-да-да. Я об этом и подумал. Так, все готово? Да. И опять этот топор Гворца. Инвентарь заполнен. Стой, да я попробую эту хрень взять. Может, она прикольная. Что мне выбросить? Трубный ключ. Разобрать на детали. Османский серп. А ну-ка. За место нож-крюк. Как вариант. Сколько он? 243, а нож-крюк 116. Слушай, османский серп покруче будет. Смотри какой. Чувак, смотри. Нифиговый такой, да? Че, идем? Сейчас, дай. В чертежах нужно его улучшить. В инвентаре. Ты тоже что-нибудь себе там улучши. О, у меня есть ледоруб, прикинь. Мачете у меня есть охотничь. Там. Топорик. Горца. Так. По дамагу, кстати, он круче. Я, пожалуй, заменю его. Так. Отравленный дротик добавляет слабый отравляющий эффект к вашим ударам. Добавляет слабый огненный эффект. Гиена. Яд, удар. Шейник с шипами. Шокер. Дайте прикурить. Тупая травма. Яд второй уровень кровати. Тупая травма, слышь, офигенная штука. Но правда он топой рукой с додёра меня повесилось. Жесть. Ну давай, тупую травму попробую сделать. На топорик горца. Османский серп. Окей. Так. Так. Это что у меня получается? Топор гвоздодер. Оу, стрекой топорик. А, кстати. Хм, прикольно, как у тебя. Кто? Какой? Топорик. А, этот мелкий, ну да, только у тебя он огненный, по идее. Или нет? А? Так, нам сюда, походу. Не, это фиговый топор, я его не буду ставить. Стоп, а куда нам? Так вот. Тут есть где-то подземный уровень. Сюда пройти нельзя. Так, к нам туда. Да. Эй, ты как туда прошел? А. Не лагай. Не тупи, я бы сказал. Так, давай по-тихому. Стелс, братья. Тихо. Смотри. Видал? Угу. Отстало. Ну вот если бы ты вот не сделал этого, так еще и не вы... Ну, зашибись, спасибо, кстати. Я так понимаю, это ты в бочку выстрелил, да? Нет. А кто? Я вообще далеко был. Ты умер, что ли? Да. А, кстати, бочка цела. А ты чё? Куда ты? Я бы тебя поднял. Меня взорвало, я даже ничего сделать не успел. Бочка целая, не взорванная. Ну, ты мне не веришь?
Походу эти научились стрелять по бочкам. О, кстати, здесь еще есть. Слышь? Сейчас, секунду, я выкину. А что там нашел? Что-то интересное. Инвентарь заполнен. Полный комплект пистолетных патронов. Ладно, я побегу, короче, дальше. Там есть. Так, бросить. Так. Разобрать. Да. Ау! Опа! Кажись, я что-то интересное нашел. Кажись, я тоже. Хорошо, полетели. Это винтовка. Подхилимся немножко. Я криво стрелять начал. Да капец, тут столько, столько всего. Чувак, ты может уже как-то мне поможешь хоть как-то, да, я не знаю. Я, по-моему, всех убил уже. Подлечи меня хотя бы. Now we have to get out of here. So please lower your voice. That's why I gave the packages to Jade. I know you said you would. Yes. Doc? Твою мать. False hope of rescue to loosen the good doctor's lips. And spare no resource. With pleasure. And these two? What should we do with them? You'll never find them. And I'll never talk. You'll get nothing. I'm less concerned with making you talk, doctor, than I am in preventing your escape. Sadistic fuck, he's an old man! And take care of you.